Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Ваш вкус безупречен? Необходимо подчеркнуть особый статус? Советуем выбрать новую коллекцию в Гранте. Огромное поступление одежды, обуви и аксессуаров. Еще больше моделей в наличии. Мы уже сделали все цены красивыми. Рады видеть вас по адресам: улица Гагарина, 37, торговый центр «Космос», первый этаж, и улица Булгаковой, 19. Партнер программы «Прогноз погоды» – магазин «Керамика». Салон-магазин «Дизайн Керамика» предлагает большой выбор коллекций керамической плитки и гранита от лучших производителей России, Испании, Германии, Италии, Австрии. Вам помогут бесплатно спроектировать помещение по вашим размерам, вкусу и желанию. Действует внутренняя рассрочка платежа. Салон-магазин «Дизайн Керамика» – манящая красота и доступная цена. Адрес: улица Булгаковой, 2И, торговый дом «Крепеж», второй этаж. Телефон 430-31. И о погоде. По данным Печорской гидрометеобсерватории, завтра, 28 октября, в Печоре ожидается облачная с прояснениями погода. Временами небольшой, ночью умеренный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Ветер северный, северо-западный, 8-13 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью и завтра днем будет минус 4-6 градусов. На дорогах гололедица. Уважаемые рекламодатели, разместить информацию в нашей программе вы можете, обратившись в центры обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Информация дублируется на нашем сайте www.volnaplus.ru. Вы смотрели программу «Прогноз погоды». С вами была Наталья Оншина. Всего доброго и до встречи!